Всех рад приветствовать, друзья, на канале Про Движение. В этом видеоролике покажу вам классную функцию, которая ускорит ваш Android-телефон реально до предела. Очень крутые функции, очень крутые настройки, которые есть у каждого на Android-телефоне. Сейчас покажу, что это за настройки и как их нужно включить. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и поехали! Ну а для того, чтобы нам с вами ускорить свой мобильный телефон Android до предела, то есть функции очень легкие, очень простые, настроечки простые, покажу, как их можно включить и ускорить очень, то есть ускорение телефона будет, я не знаю, в разы. Вы сейчас сами это увидите, сами убедитесь. Давайте покажу, друзья, что же делать. Если у вас тупит и зависает телефон, турбо ускорение, это заходим в настройки, друзья, у каждого эти настройки есть. После этого, друзья, нам нужно найти вкладку, которая называется «О телефоне». Она у меня находится сверху, возможно, у вас будет на вашем телефоне внизу находиться. Нажимаем «О телефоне», дальше у меня версия MIUI, так как у меня это не чистый Android. Если у вас чистый Android, а не версия MIUI, как у меня на Xiaomi, я вот клацаю вот так вот, вы заходите о телефоне, номер сборки, клацаете много раз, пока не будет написано у вас, что не нужно, вы уже стали разработчиком. После этого вы выходите, пролистываете вниз, я захожу в расширенные настройки, у меня появляется пункт для разработчиков. Он у вас появится где-нибудь вот здесь вот внизу для разработчиков. После этого, друзья, нам нужно включить некоторые функции, сейчас покажу, что это за функции. Вот мы сошли для разработчиков, в режим разработчика, если он у вас выключен, вы обязательно должны его включить. Нажимаем ОК. И здесь, друзья, пролистываем с вами. Здесь есть вот такие вот подпункты, можно сказать. Называется сети. Называется вот трассировка. Но нам нужно найти аппаратное ускорение визуализации. И первая настройка, которую нужно включить, называется 4XMSI. Вот она. Мы ее нажимаем, включаем. Да, эта настройка, друзья, очень сильная. Очень, как бы, она реально ускорит наш телефон до предела. У нас будет телефон просто ракетой. Но она будет очень много кушать у нас батарейки. А также, друзья, нужно еще одну настройку включить. Называется «Отключить наложение». Мы должны ее выключить. То есть «Отключить наложение» мы ее как бы включаем, то есть отключаем. Вот эти вот две настройки включаем. «Включить 4XMSA». Обязательно «Отключить наложение». И еще одна настроечка, она у нас находится вот здесь, вот приложение, лимит фоновых процессов. Если у вас есть вкладка для разработчиков, там есть поиск, вы можете писать лимит, у вас сразу появится фоновых процессов, чтобы не искали. Возможно, у вас, смотри, друзья, также на вашем телефоне, возможно, будут как-то отличаться настройки. Возможно, будут называться не лимит фоновых процессов, а фоновые процессы лимитов, или просто там процессы, лимит, фоны, да, ну как-то так, но вы найдете. Здесь у меня стоит стандартный лимит, возможно, у вас также он будет стоять, но нам нужно с вами поставить галочку на не более 4 процессов. Обязательно ставим галочку не более 4 процессов. Вот это вот первая настройка, вторая — включить 4XMSA и отключить наложение. Вот эти вот все настройки, они будут очень много потреблять нашей энергии. Но, друзья, как бы они реально того стоят. Вы реально заметите, как в играх у вас игра стала плавнее работать, не будет ничего зависать, тупить, да и телефон вообще ускорится. Но минус в том, что у вас телефон будет быстро разряжаться. Но если вы на это готовы, друзья, то, пожалуйста, включайте, работайте, все у вас будет отлично. Ну, просто вам придется тогда почаще заряжать ваш телефон. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал под названием Про Движение. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч!